предотвратить болезнь Паркинсона, Альцгеймера, развитие депрессии, снизить уровень повреждения мозга после инсульта. В клиниках САМГМУ появилось уникальное оборудование, которое позволит бороться с болезнями 21 века. Оно воздействует на рабочую память человека, которая сохраняет и удерживает только что полученную информацию и позволяет с ней работать. Во-первых, мы решаем фундаментальные задачи. То есть с помощью ТМС, а еще совмещенной с электроэнцефалографией, мы исследуем характер связи между структурами головного мозга. Плюс далее эта информация позволяет нам разработать протоколы по диагностике и лечению нарушений связи между структурами головного мозга. Пока оборудование только проходит апробацию, медики проводят тесты для студентов-добровольцев, затем составляют программу лечения и оказывают воздействие на их память, подбирая индивидуальные характеристики для каждого человека. Определить точность воздействия на клетки мозга помогает томограмма. Транскраниальная магнитостимуляция – это не фармакологический метод воздействия с учетом индивидуальных особенностей конкретного человека, с учетом режима работы мозга, соответственно, в норме. Плюс еще, когда мы берем МРТ конкретного человека и эти снимки загружаем в программу, мы, соответственно, более локально, четко воздействуем на структуру головного мозга и тем самым повышаем эффективность терапевтического воздействия. В дальнейшем оборудование поможет восстанавливать рабочую память тех, кто пережил инсульт или находится в депрессии, что тоже приводит к когнитивным нарушениям. Устранить проблемы, связанные с возрастными изменениями мозга. Таких уникальных приборов в России два. Второй находится в Медуниверситете Москвы. Виктория Шаре, Александра Гусева, Константин Головин. События.